3,5 миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без электроэнергии. Причиной массового блэкаута стал пожар на крупнейшей электростанции страны. Огонь повредил две основные линии питания острова, каждая напряжением в 230 тысяч вольт. Исполнительный директор энергокомпании Хавьер Кинтана заявил, что энергоснабжение большей части территории будет восстановлено уже к завтрашнему утру. В первую очередь внимание уделят аэропортам, больницам, полицейским участкам и системе водоснабжения.